Здравствуйте. Вот у нас уже открыли трассу с искусственным снегом. Сегодня первый день. Люди начали кататься. За подъемник надо платить 2 евро в час. Для детей 1. А если сам залазишь на горку, значит ничего платить не надо. Вот у нас своя лыжная трасса, никуда ехать не надо. Все удобно.